были попадания, ну, много промахов. Драм такой приличный довольно-таки большой. Сазан дикий большой. Вот. Но я бы хотел показать, это вы все видели, знаете, ласты. Ласты, специальные американские ласты для быстрого течения. У них нет длинной лопасти. Вот это разрез, специальные спойлеры. Вот. Очень удобные ласты для ныряния в быстрой воде. Вот. Еще хочу рекомендовать кукан, так называемый. Он продевается в рыбу очень удобно. Вот такой изгиб у него металлический, который не дает обратно уйти рыбе. Продевается через жабры и рот и защелкивается в замок. Все.